Дотянись рукой твоя, нельзя, нельзя. Не смотри мне так в глаза, нельзя, нельзя. Вспоминать, как рука в руке лежала, нельзя. Мне теперь мира мало, хоть мир во мне. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Обманув саму себя, попала в плен. Мне всю ночь играл рояль Шопен, Шопен. Поцелуй на моих губах горит огнем, и вся музыка сейчас ему о нем. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Черт. Ну гениально же было. Не останавливайтесь. Еще, еще, еще. Здорово, могу. Вы жена кролика Роджера? Да, да, да. Типа того, да. Да, да, да. Дайте я свободу. Мне... Она существует. Мне позволено. Мне позволено. Вы меня... как вас звать, во-первых? Меня зовут Яна, фамилия моя Кошкина. Сейчас внешность твою давай ставим в покое. Понимаешь, какая штука? Вот ты спела несколько фраз, первые. Просто офигительно. Офигительно спела. Я думаю, ё-моё, ну вот зачем это вот, спели, вот сейчас просто начнется. Вот я сейчас, у меня даже слезы какие-то. Это первые, что ли, да? Первые, да. Потом посмотри, что происходит дальше. Дальше ты спела два слова, где ударения были... Это рука в руке вот это. У черта на рогах. Она вообще поет «рука в руке». Я думала, как бы так не спеть. То есть понимаете, да? Да. О чем я говорю? Мира мала. Я думаю, нет, я послушай, вот я, ты поешь, да? Извини, что на «ты». Но ты поешь. Да. И все у меня так хорошо. Так мне прекрасно. Вдруг хрясь. В одном месте ударение не там. Через две секунды в другом месте совсем не там. Не прочь прическу. Я думаю, что ж такое? Ну ладно, подумал я. Нет, послушай, тут ход интересный. Ладно, подумал я. Я сейчас ее возьму, если она пойдет. Серьезно, там... вы не шутите? Да-да, я серьезно, я не вру. Нет, ну правда, я говорю как есть. Я сейчас ее возьму, потом начнутся какие-то занятия. Я ей объясню, вот как сделать. Она не будет. Кончайте ржать, потому что мне самому обидно. Серьезный проект, хватит ржать, правда. Да подождите, ноги показ, я и так уже видел все. Короче, послушай дальше. И дальше ты начинаешь петь припев. Да хочется на сцену. Я болею тобой, я несу тобой. Ты хоть слышишь, что я говорю? Или ты на Билан? Да, я слушаю. Билан гораздо красивее, чем я. Это понятно. Нет, это неправда. Он хочет... Короче, дальше
Яна, дальше ты начала петь этот припев просто весь... Мимо ноть. Нет, чуть просто ниже. Просто ниже, все. И мы с Полей переглядываемся, не можем понять, в чем дело. Первый куплет чисто. А вот этот жест, это вот это значит? Ну, конечно, я смотрю, вот показываю. Ну, что это за хрень? Понимаешь? Послушай, единственное, что я тебе могу сказать, вот честно тебе скажу, я понимаю, что это не на этом проекте надо делать, но мы не повернулись. Если хочешь петь, научиться. Да, я приду к вам заниматься. Приходи. Я серьезно говорю, приходи в театр. И проект проектом, ну, на проекте будет петь кто-то другой. Приходи в театр. Вы для начала не уходи просто никуда. Знаешь, будут другие люди петь, а ты стой вот там в уголке. Я просто она еще боком пошла. Можешь сесть, очень красиво. Вообще, а ты где-то работаешь? Да. Где можно посмотреть? Вы уверены, что я должна об этом рассказать сейчас, где я работаю? Ну, попробуй. Я примерно знаю, где ты работаешь. Может быть, вырежешь? Да, примерно. Ну-ка. Примерно знаю. Я вижу этот галимый научно-исследовательский институт. Это прямо видно. Это понятно. Либо библиотека. Полиция. Или на крайняк библиотека. Полиция. Иностранной литературы. Ну, типа того, да. Короче говоря, Яна, уходи отсюда немедленно. Подождите. Я считаю, что это несправедливо. Значит, Александр Борисович... Это увидит еще не раз, потому что они будут сотрудничать. Да. Не факт, я не к вам факт. Тоже могу прийти на уроки вокала. Приходи с удовольствием. Потом к Леониду Николаевичу. Мы поделим, через день будем. День к вам, да, день да, к да. вам. Я как раз это имел в виду.